Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжим жарить платы на базе самодельной печки из галогеновой лампы. То есть сейчас я уже положил материнскую плату на базе 462 сокета и начал прогревать ее. То есть сейчас попытка выпаять чип. Температура нагоняется довольно-таки быстро. Разогрев происходит от 45 где-то до 120 секунд в зависимости от объемной массы платы и, грубо говоря, там сколько в ней слоев. То есть чем больше, тем дольше будет происходить прогрев. То есть сейчас попытаемся выпаять вот этот чип, который находится в центре. То есть плата еще пока не закипела, прогревается. То есть температура в центре достигается до 270 градусов. Замерить ее особо в центре нечем, поэтому сбоку стоит сейчас датчик DALAS 18B20, который меряет до 120 градусов. Ну, нам особо это не нужно. Вот уже слегка пошел дымок, начинает потихонечку закипать. То есть эта галогенка стоит на 500 ватт, в скором времени буду тестировать 350 ваточку, потому что это слишком... Ну, можно, в общем, посносить рядом стоящие элементы, потому что когда прогревается нормально плата, все отделяется очень легко. Сейчас попытаюсь снять процессор. Вот он буквально легко стаскивается, его ухватить даже не могу, без каких-либо проблем. При 500-ваттной галогенке. Тушу, собственно, систему всю. И сейчас без проблем будут сниматься рядом лежащие SMD-шечки, то есть они просто-напросто уплывают. Надо быть осторожным, чтобы не поснимать нижние SMD, которые на обратной стороне. То есть нужно какие-то либо подставочки, либо салазки, может. То есть, ну, это в будущем уже буду апгрейдить систему. Довольно-таки бюджетная печь. Там ушло на нее порядка 250 гривен по закупке галогенки и комплектующих. В общем, всем спасибо, пока, ждите следующих видео. Удачи!